типа снимаем. То есть ты сейчас уже снимаешь? Да. А ты будешь все время снимать? Нет. Камера, привет. Мы снимаем видео. У нас сегодня третий день клипа. Вот. Мы сейчас пойдем на платформу Дмитровская. Будем там снимать, как я иду в поезде. Как я пишу в блокноте свою песенку. И придумаем еще что-нибудь, что снимать. Если бы вы видели, как у Женька выглядит эта камера, вы бы офигели, потому что она привязана у него сквозь, в общем, на нем, и он ее несет. И с помощью этого вы можете видеть это видео. Вот. Так что скажем спасибо гениальному изобретению Женька, потому что он сам это придумал. Вот. Так, ну поехали. Короче, надо немножко такого типа трешняка снять, типа а-ля сборка. Так. Блин, на камеру тяжело, конечно, работать. В смысле? Ну вот я сейчас снимаю сам себя и вообще стесняюсь даже. Как ты снимаешь сам себя? Ну вот я же снимаю то, что я делаю там. Сам себя, получается, снимаю. А, ты снимаешь? Волнуюсь, да, что-то немножко. Не знаю. Я тоже стесняюсь. Ты еще стесняешься? Пора завязывать. Ну, я же все-таки не актриса, и я не умею это делать. И вот это, типа, когда я снимаю видеоблог, якобы. Ну, если сказать, что это называется не видеоблог, на самом деле, называется влог. Влог, да. Да, ну, мне бесит слово, поэтому ну, типа, это видео, типа, блог, только, а только блог это... Целый сайт. Не, это блог, короче, это, типа, письменно, а влог это видео... Видео, да, то же самое, да. Ну я уже стала писать видеоблог и думаю, ой, да. Ладно, короче, без разницы. Люди поймут. И что я начала это снимать, и мне одна девчонка говорит, типа, о, ты там наигранно, короче, выглядишь, ты, типа, так не разговариваешь, или что-то того. Ну просто, мне кажется, жанр, когда ты разговариваешь с камерой или сам с собой, он как бы сам по себе странный. И ты начинаешь, ну, искать как бы себя, да, в этом жанре. Uh-huh. Потому что, как ты говоришь, человеком ты все-таки реакцию какую-то видишь. А когда сам собой, тебе надо выстраивать как бы эту модель у тебя в голове. Ну что, погнали. Туда? Не знаю, здесь можно зайти? Я думаю, здесь, наверху, не? Не знаю, мне кажется, что... А, ну, нельзя. Ну, по-моему, чтобы купить билеты, надо не сюда. Через подземный переход. Да, это там, внутри. Вон, да. Девчонка для клипа подходит. Это вот этот переход внизу. А, вот переход, да? А, ага. Нам не нужно переходить. А, ну все.